на межрегиональном интегрированном фестивале-конкурсе художественного творчества детей с ограниченными возможностями «Делись теплом души твоей». Сегодня второй день фестиваля. И мы рады сказать, что в нашем фестивале-конкурсе приняли участие более 200 одаренных детей от 5 до 17 лет из 5 регионов России – Брянской, Волгоградской, Курской, Московской, Тульской областей. Дорогие друзья, мы начинаем церемонию награждения. Для церемонии награждения победителей на сцену приглашается председатель жюри Митрофанова Галина Федоровна, лауреат международных конкурсов, профессор Академии Русской Словесности и Дежурный институт имени Державина, город Москва, Ярослава Николаевна Молодая Евгения Зыкиной.
Преимущественно обращаясь к взрослой аудитории.
Сами понимаете, что охватить вот такой достаточно сложный возраст и, конечно, состояние ребенка, для нас это особенно трепетно. И мы вам очень всем благодарны, дорогие преподаватели, дорогие родители, за то, что вы стремитесь к тому, чтобы наши дети, несмотря ни на что, были самыми лучшими, самыми замечательными. И мы с вами просто хотим делиться теплом своей души, отдавая им все тепло. И, конечно же, понимая, что все вокруг будут нас воспринимать по-доброму, по-хорошему. И все это отдавая взамен нашим детям. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами в этом году. Я надеюсь, что наша встреча будет скорой. И стена нашего центра, рядом с областным юридического центра «Народное творчество», мы снова встретимся с вами уже на другом мероприятии. Это будет, к великому сожалению, в следующем году. А сейчас позвольте мне от всех вас, от замечательных сотрудников моего центра, поблагодарить председателя жюри, который приехал к нам специально из Москвы для того, чтобы поделиться теплом своей души с вами, посмотреть на ваш талант, на ваши способности. Галина Федоровна. Галина Федоровна, мы хотим вручить вам небольшие подарки. Здесь издание музыкальной расшифровки песен нашей Брянской области. Здесь гравюра нашего мастера, народного мастера Брянской области и России Александра Владимировича Хамрачева, который, собственно говоря, написал «Светский монастырь». Я надеюсь, что здесь вот вложено, вот небольшой подарок вложена частичка нашей души, нашей брянской души. Отвезите, пожалуйста, тепло наших душ к себе в Москву, и чтобы зима для вас прошла такой благостной самой. В этом зале присутствуют гости, которые приехали из Волгограда. Я хотела попросить Тамара, если представитель комитета культуры, я вас очень прошу, если не сложно, я была бы очень рада. Тамара Алексеевна, мы ждем вас. Вчера Тамара Алексеевна в Волгоградской области приветствовала нас на этой сцене, и в ответ мы хотели бы, Тамара Алексеевна, небольшой такой презент, здесь очень много отличной литературы и про костюмы Брянской области. В частности, и расшифровки наших песен, и замечательные, великолепные сборники наших композиторов. И, конечно же, вот такая наша кукла, которую делают наши мастера, народный мастер Брянской области, Аниканова Елена Владимировна. Я надеюсь, что это будет такой символ, такой подарочной куклы, которая принесет вам дорогу в командировках за, конечно же, новыми впечатлениями, конечно, новыми эмоциями, и будет напоминать о нашей Брянской земле. Спасибо вам большое. Еще раз приветствую, пожалуйста, уважаемые Брянские за то внимание, которое вы нам показали. Хочу поздравить всех участников фестиваля конкурса с победами. И еще следующие у вас, конечно, впереди. Вы в это верьте, они обязательно будут. И хочу пригласить творческий коллектив Брянской области к нам в Волгоград в сентябре месяце на Всероссийский фестиваль самодеятельного народного творчества «От Волги до Дона». С удовольствием. Я думаю, мы там с вами встретимся. Спасибо. Спасибо большое. Аплодисменты. Мне было ваше внимание перед нашим концертом. Хотела бы отметить тех людей, которые отозвались на наши письма, на наши просьбы, обратите внимание на наш с вами фестиваль-конкурс. Это замечательная фабрика игрушек, город Карачев. Вы получили сегодня в подарок замечательные елочные игрушки. Ну, это наш промысел, и вам аплодисменты. И будет очень приятно, потому что вы благодарили нас. И, конечно же, оставляем центр «Бумеранг». Мы вручили сертификаты детям для того, чтобы они посетили. Не всем, конечно, но действительно тем достойным, которые смогут это сделать в ближайшее время. Спасибо и большое им за то, что у нас вот сегодня состоялся такой праздник еще и с дополнительными подарками.
И, конечно, вы получили еще подарок изделия работы наших мастеров, народных мастеров Брянской области и России, которые действительно дарят вам тепло своей души через свои работы, которые вот у вас сегодня в подарок дополнительно. Спасибо вам большое. Будьте здоровы, будьте счастливы. Делитесь теплом своей души. Теплые, чудесные слова. Эти два дня стали звездным мигом для наших участников фестиваля. И мы все поздравляем вас с большой победой. Для всех нас вы звезды. Аплодисменты участникам. Для вас звучит песня о рождении звезд, которую поет лауреат первой степени фестиваля Анастасия Хомякова.
Для вас поет Количева Виктория, песня о маме. У
танцевать. Я приглашаю на эту сцену Алину Степанову из Брянской области, педагог Иван Булаткин. Ваши аплодисменты! Thank you.
Шагала сердце все прямо.
Впервые, может, эта дума в Москву отправлена зажглась. И снова взгляд светился весь. И снова слышится опять. И не забудьте на веки. Чулочки дядя тоже. Пахнет.
Thank you.
раз аплодисменты. Ребята, сейчас мы хотели вместе с вами выучить одну песню. Можно зал свет дать? Высота рыбам снится, глубина, глубина, все успеешь, не спеши. Посчитай. Раз, два. Это два человека сказали только. Вас много. Давайте еще раз. Это была репетиция. Все вместе. А можно подняться, кому, кто хочет вместе с нами спеть? Поднимайтесь. Давайте вместе, вместе, вместе присыпайтесь. Вот, еще, все вместе. Поехали, вместе поем. Что манит птицу? Что манит птицу? Простить врагу.
молчать, мужик, пытайся зажать своими руками, меня всю жизнь не знаю.